Здравствуйте, это автор. Сегодня вы увидите пилотную серию ситуационной комедии под названием «Пять друзей, четыре собаки, три косточки, два шарика и одна крышечка». С минуты на минуту в кадр войдет Петя. Он актер, он здесь живет. Ну и денек сегодня был. Я так устал ходить на эти пробы. Сколько можно сниматься в этой дешевой рекламе? Где мой Оскар за идеальную роль в идеальном фильме? И где все? Почему никого нет дома? Даже не с кем поделиться. Давайте приостановим наше повествование и переключимся на Алису, которая в данную секунду бежит по улице, убегая от добрых собак. Отстаньте от меня! Я вам не мама! Актер, ну хоть ты помоги мне! Эти щенки думают, что я их мама! Я сейчас что-нибудь придумаю. Ну где ты там? О, я придумал. У меня есть косточки из рекламы собачьего корма. Подожди, сейчас я их достану. Щенки, смотрите, что у меня есть. Спасибо тебе! А где все? Не знаю. Давай я тебе лучше расскажу, как прошел мой день. Нет, спасибо. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Это моя фраза, понимаете? Это моя фраза, я говорю ее три раза. Целых три раза. Сегодня вы увидите первую пилотную серию о том, как учитель убивает своих учеников, которые мешают ему записывать голос в кадре.